друзья, привет! Это канал «Жизнь с нуля», с вами, как всегда, автор, ведущий канал Вячеслав. В последнее время очень часто под моими старыми видео, ну как старыми, для YouTube старые, то есть когда проходит год, к тому же ты технически растешь при съемках видеороликов и тематику подбираешь, ну в общем развиваешься как блогер, и вдруг под старыми твоими видео, где там ни монтажа нету, где камера старая, где ты еще не, там руки у меня не из того места росли, когда снимал, появляется какое-нибудь интересное видео. И вот появляется это видео, и человек, который даже не удосужился поставить свой портрет на аватарке, дает какие-то ценные советы. И фуфловое видео, и качество плохое, и не может видосы снимать, и пятое, и десятое. Ну, кое-кому я напоминаю, что видео старое, что да, действительно были фуфловые съемки. Но я же ничего не прячу никогда. Все как есть, то есть можно зайти на канал и посмотреть, в общем-то, его всю эволюцию. То есть от пещерного состояния до более-менее уже смотрибельного. Или там заходят люди, которые там спецы в хозяйстве. И сразу, знаете, такие вот с порцией ведра дерьма, они вот готовы уже облить все, сказать, что все хреново. Я радуюсь искренне, когда кому-то я там делаю замечание, говорю, что ну да, там это старое видео, и там люди посмотрят новое, и там искренне как-то говорят, ой, извини, там как бы сразу не заметил, и многие даже становятся друзьями после этого. Но основная масса — это вот такие вот люди, которые диванные эксперты, то есть которые свою жизнь там нифига ничего не сняли, вот. Там иногда тело с дивана сняли, там до холодильника дошли и опять там строчат комментарий. И вот почему-то эти люди, они всегда считают себя, ну как бы сказать, отцами что ли кинематографа, там основателем YouTube, какими-то серьезными кинокритиками. Ну в общем смешно, ребят. Я не знаю, конечно, какое у вас мнение по поводу таких комментариев, но у меня они сейчас вызывают все больше и больше веселья. То есть люди пишут комментарии для того, чтобы там, знаете, разозлить, вызвать эмоции, там еще что-то. Но по факту все это такой треп вообще никудышный, никчемный. Но люди всегда пишут эти комментарии, они почему-то думают, что они такие значимые, что они такие специалисты, что сейчас, знаете, они напишут, и человек от того, что прочитает их комментарии, закроет канал и вообще все такое. Расслабьтесь, ребят, расслабьтесь. Видите, я это видео тоже снимаю сейчас с колен, с руки, вот, прям вот, вот, блин, горячее оно заходит. Вот, и по сути дела, как бы, ну, просто хочу вам сказать, то есть, да не пишите вы, не позорьте сами себя, ну, просто, ну, смешно на вас смотреть, вот, ну, неинтересно. То есть человек вот не смотрит, например, что там ему не нравится, а там 4000 подписчиков, например. Там, что, по крайней мере, 10-15% это регулярная аудитория. Ну, то есть, ну смешно, ребят. Ну, оставьте все это дело. Ну, займитесь чем-то более серьезным, более интересным, и будет вам счастье. Так что всем троллям я желаю добра, счастья, мира, процветания всем своим регулярным подписчикам и смотрителям канала. И всего-всего самого хорошего. Будем дальше писать видосы, будем дальше писать новые сценарии для новых видео. Кидайте интересные темы, если хотите, чтобы я их осветил. Всем спасибо, всем пока. Маленький подкаст, дописочка маленькая к видосу, чтобы вам было веселее читать это все. Ну, понимать, о чем я говорю. Я сейчас вот тут вот в углу помещу маленький скрин с экрана. Значит, ну, подобного рода комментарии, чтобы понимали, о чем идет речь. Особенно меня поразила сегодня, ну, критика человека, у которого ник... Вот я извиняюсь за похабность на YouTube. Я говно. То есть написано прям так. То есть у него аккаунт с названием «Я говно». И вот он чем-то недоволен. Ему что-то не нравится. Вот он вот... Ну, он не удержался и написал комментарий. Почитайте, пожалуйста, посмотрите. Вот я не знаю, что у людей в голове. Может, вы мне подскажете.